Малышку Лол на воздушном шаре принес к Лалилу ветерок. Оставайся, станешь героиней сказки. Карие глазки и алая помада. Теперь к колористу. Блонд сменился каштановыми локонами. Какие же туфельки выбрать? Подойдут голубые. Крошка Белль выглядит очаровательно. Переносимся в уютную детскую комнату. Где же моя дочурка? Ах, точно, в кроватке. Девочка уже проснулась и радостно скачет на одеяльце, встречая папу. Что ж, самое время поиграть. Как дела, куколки? Непоседа запрыгивает то на полочку, то поближе к растению. Малышка растет, окруженная любовью папы. Теперь ее любимые игрушки – книжки. Морис радуется успехам крошки. Но за усы его все равно подергали. И вот папаша уснул. Белль схватила любимую книжку и побежала читать в другой комнате, чтобы спрятаться от храпа. Палочки от суши пригодятся для качелей. Складываем их в перекрестные стойки. Обматываем все зеленым канатиком. Всюду расцвели алые розы. Подвешиваем деревянную качельку. Прекрасное развлечение. Малышка Белль с песиком вышли на прогулку. Поиграем в мяч. У тебя здорово получается отбивать. Моя любимая качелька. Песик, сумеешь раскачать меня? Время летит так быстро. Наша малышка стала подростком, но все так же отдыхает на качелях в обнимку с верным другом. Игры — это здорово, но основное время Белль проводит за книгами. Сверток белоснежной ткани превращается в блузочку. Скорее примерь. Вау, тебе к лицу джинсовый сарафанчик. Thank you. Дополним блузу манжетами. Волосы украшает синий бантик, а сарафан — розочка. Белль обожает читать. Она ныряет в приключения героев с головой. Эй, ты в порядке? Конечно, я крепкий парень. Смотри, как могу. Прости, я подниму. Thank you. А что читаешь? Волшебные сказки. А ты здорово катаешься. Спасибо. Хочешь попробовать? Белль не стала упускать шанс. Ура, я в тебя верил. Подростки уехали на прогулку вместе. К основанию приклеиваем картонные прямоугольники. Рисуем цветные рефилы. Добавим зеркальце, блестящая палетка для принцессы. В бусинку помещаем розочку. Кусочек трубочки и палочка для чистки зубов объединились с глиттерным скотчем во флакончик туши. Проволочная шпилька превращается в блеск для губ. Набор чудесной косметики порадует нашу девочку. Скорее к Белль. Такая яркая косметика. Ах, вот бы мне такую. Hi. Белль, это тебе. Вау, что там? Сюрприз. Не может быть, столько косметики, мечта. Yay! Девочка тут же начала делать смешные макияжи. Ха-ха, ты котик. Давай тебя накрашу. Подарок удался. Белль стала еще старше. У нее карие глазки. Подкрасим губы. Из легкого фатина сошьем пышные рукава. Дополним наряд корсетом на лямках. Набросим белоснежный передник с атласным пояском. Расчесываем густые локоны и собираем в хвостик. Я готова к новым приключениям! Отправившись на поиски отца, Белль забрела в замок. Вау! Девушка, вы кто? Ой, вы умеете говорить? Вы такая красивая! Thank you. Как ты сюда попала? Ты что, не знаешь? Тут живет Адам. А кто это? Кто посмел прийти ко мне в дом? Ну-ну, все хорошо, не бойся меня. Зачем ты пришла?
Мой отец. Знаю, он у вас. Да, это правда. Я отпущу его, но тебе придется остаться. Ох. Присаживайся, поужинаем. Thank you. Из картона собираем библиотечный абонемент. Вклеиваем фотографию принцессы. Отделяем зону и подписываем. Девушки обсуждают свои абонементы. У меня новенький. Подписка на посещение спортзала. А у меня в салон красоты. Бесценный подарок, правда? Hello. У Белль тоже имеется своя карта в библиотеку. Ого, он даже с ее фотографией. Вау, как круто! Пойдемте в библиотеку. Там, за огромным столом с книгами, каждая нашла полезную информацию. Вау, тут есть кое-что о спорте. И даже о красоте. Вырезаем пару картонных прямоугольников. Обклеиваем их эко-кожей. Создаем толщину клатча и закрепляем застежку-булавку. Белль любовалась книгами в библиотеке. Какую из этих двух мне выбрать? Возьму обе. Стопка книг все больше и больше. Эх, как обычно, набрала целую гору. Как хорошо, что у меня есть такая вместительная сумочка. Волшебным образом читательнице удалось сложить все книги в крошечный клатч. Но он стал слишком тяжелым. Доброго вам дня! Какая у тебя милая сумочка, внученька! Спасибо, она чудесна! Что же в ней такого тяжелого? Книжки! Белль высыпала целую стопку. Удивительно! Неужто замешана магия? Белль расхохоталась. Почитаем мы вместе? Пришло время сменить домашнее платье на роскошный вечерний наряд. Стягиваем подол платья в сборку. Птички принесли чудесную ткань для яруса юбки. Золотой фоамиран сел идеально. Верх украшен сверкающими бусинками. Вжух, и комплект дополнен высокими перчатками. Девушка сияет от счастья. Белль вместе с друзьями читает сказку о Золушке. Вот бы и ты попала на бал, как она. О да, танцевала бы в красивом платье. Жаль, веселье лишь до полуночи. Вдруг стук в дверь. Войдите. У меня для тебя подарок. Неожиданно. Белль пытается подсмотреть. Ну что там? Примерь, не терпится увидеть тебя в нем. Какое красивое. Белль переоделась и решила показаться принцу. Он встречает ее с букетом. Приглашаю вас на танец. Они закружились в вальсе. Еще долго из окон замка неслись звуки вальса. Мастерим тонометр. Вырезаем лиловую деталь, следом кусочек пенополистирола. Приклеиваем дисплей с показателями. Протянем проводок. Автоматический прибор позволяет всегда контролировать давление. Бабуля Белль вышла на балкон подышать свежим воздухом. Ах, какая чудесная погодка! Теплое солнышко согревает душу. Старушка от радости заплясала, прямо как в молодости. Ох, мои любимые качели! Ой-ой, Белль сильно раскачалась. Ох, что-то голова закружилась. Нужно срочно домой. Мне что-то не здоровится. Что с вами, миссис? Вам плохо? Поставьте ноги на пуфик. Вот мы поможем. Ах, совсем забыла, что уже не молода, чтобы так качаться. Ерунда. Разве что маленький скачок. Белль померила давление, взяла очки и... О-хо-хо, давление зашкаливает. Все переживают и хотят помочь. Что же предпринять? Миссис Поттс, Чип, выручайте. Мы заварим расслабляющий чай. И бросим побольше мяты. Ох, мне стало гораздо легче. Спасибо за заботу, мои ненаглядные.